Всем привет! Заняты делом. Пока ребенок засыпает, я сижу вышиваю. Вот так вот всегда. Другого времени просто не находится. Извиняюсь, что так получается со светом. Ну вот, пока ребенка спать улаживаю, я сижу вышиваю крольчонка вот такого. Это уличный как процесс получается. Но мне в целом нравится. Как у нас дела? Ваня сильно болеет. У Вани все еще температура высокая. Сегодня всю ночь была температура. У Оксаны температура и у Марины. Так что вот такие вот дела наши. Ребята, хочу похвастаться своими продвижениями. Смотрите, как у меня уже получилось. Пока я тут Ванюшку качаю, видите, он тут у меня лежит в коляске. Здрасте. Лицо закрыл. Что хотел, Илья, говори. Бутылка у тебя пустая, да, Ванечка? Проснулся? Ты проснулся. Ну, лежи. Я покачаю, покачаю тебя. Качать надо, качать. Ой, качать надо. Да, я сижу, кстати, на веранде, если кто не знает. Вот такая вот у нас веранда там. Всякое это. И вышиваю. Вот у меня тут рядышком и схема. Видите, сколько я уже вышила. Осталось лицо и ушки. В целом. Зайчик уже прорисовывается. Стрелья, как получается. Это я вчера начала. И вот. Вот такие вот дела. Ваня опять засыпает. Ладно, буду дальше сидеть вышивать. Я, ребята, сижу, шью шторку в коридор, потому что комары ужасно летят в дом. Извиняюсь за шум. Прошьем и повесим сразу на дверь. На дверь, чтобы комарики в дом не летели, а то комаров прям очень много дома. Thank you.
решили. Сейчас осталось дернуть резиночку и повесить на дверь. Если вам нравятся такие видео с шитьем, то пишите в комментариях. У меня еще на эти мечта есть. Я хочу вышить много-много зверюшек, маленьких, вот именно. Сейчас я кролика вышиваю, и потом еще несколько зверюшек. Их вместе соединить и потом купить задник для подушки и сшить подушку с четырьмя зверюшками. Но у меня пока в наличии только, по-моему, 3 зверюшки. Или 2 даже. Надо посмотреть. И сшить. Как вам нравится такая идея или нет? Пишите в комментариях. Всем пока-пока. Все, ребят, вот таким вот образом я эту шторочку повесила. Комарики теперь к нам сюда залетать не будут. Как вам? Напишите. Сейчас, ребята, сижу, сшиваю 2 вот таких узеньких пледа из фикс-прайса вместе. Хочу сделать один большой плед. Пускай они будут разных расцветок. Один такой, один такой. У меня вообще мечта набрать таких много-много пледов и вместе их пошивать, и получатся разноцветные такие пледы. Для детей это самое то. Ну, как я думаю. Поэтому будем дальше шить. Должно получиться красиво. Пишите в комментариях, как вы думаете про эту мою идею. Да, некоторые скажут бредовое. Легче купить новый плед и тому подобное. Ну вот. Вот так вот я делаю. Потом посмотрим, что получится. Ладно, буду я шить, и потом вам покажу, чтобы не трещать вам видео. Хочу, ребята, показать, вот что в целом у меня получилось. Вот такое широкое одеялко. Хоть так делаем, хоть так. Как вам такая идея? Пишите в комментариях, жду ваши комментарии. Ребята гуляют на улице, поставили такой паровозик. Температуру вроде пока ни у кого нет. Ну, Окси 37,2. Ваня туда тоже пошел. Да, ты мне тут принесла кашу, да, из грязи с ложкой. Все понятно. Хорошо. Ку-ку. На улице жарко, хорошо. Прям. Я в одной футболке сижу. Ребята тут играют. Там внутрь постелили, не переживайте. Они там не на камнях. Мы там постелили одеялко, постелили фуфайку. И им там мягенько. Да, Оксана, там у вас мягенько? Ну, хорошо. Куда полезла? Опять кису теребить? Не трогай кису, пускай киса спит. Ну, лег Ванечка там, да, Ваня лежит все в этом паровозике. Старенький паровозик, уже весь рваный, надо прошить его хорошенько. Паровозик хороший, им нравится. Вот такие вот дела, вот такой вот наш день. Да, молодец, а я все стираю без умолку. Уже высохло много. Да, Ванечка вынырнул со своей бутылкой, все. Все хнычет, сейчас пока температурки нету. Ладно, будем играть. Улаживаю опять Ванюшечку спать. Капризничает, видимо, спать захотел. Не взяла с собой в этот раз вышивку, что-то дома оставила. Ну, сейчас уложу, потом принесу вышивку и буду сидеть и вышивать. Вот такие вот дела. А мы все гуляем. Ребята, все мячики повытаскивали, на которых прыгать можно. Вы слышите, ну, что стучит там что-то там. Ильюшка делает мне раму, на которой я буду делать плед. Тебя, тютю? Да.
Вот, молодец, как Окси. А, Ваня два мячика взял. Мася? Мася, Мася хвостик мама заплела. Мася надо постричь. Вот такие вот дела. Ладно, дальше гуляем. Что, получается? А там-то ты зачем так близко? Там не было отметки. Там есть отметки. Не-не-не, там не надо, я тут убери гвоздь. А что тут отметки? Вот предпоследний. Не-не-не, это просто я делала. Вот раз, два там гвоздя получается еще вбить надо. Это я просто линейкой так, видишь. Ровно когда чертила, и получилось, как будто бы там отметка. И вот между ними там еще, да, вот. Делаем раму. Егорку заставила нянчиться, он возмущается. Я тут ломаю веточки рябины. Вот от такой рябины у меня, видите, тут стоит. Я прочитала в каком-то сайте, что веточки рябины тоже давать можно. Это у меня одуванчики тут с корешками сохнут. Тут у меня сохнет подорожник для моих шиншилл, для белок, для морских свинок. Я все сушу естественным путем. Тут сено сохнет, уже почти высохло, можно сказать. Одуванчики, цветочки сохнут. Тоже одуванчики, листочки с корешочками. Я прям так беру, сушу и... А тут березовые листочки. Вот такие вот. Напишите, пожалуйста, если кто-то шиншилловод меня смотрит, у кого какие запасы. Ку-ку! Какуськи! Ты там с братиком спрятался, да? На фуфайке мягко, там и одеяло, и подушка, да? Вон сюда смотри, он говорит. Ку-ку! Ваня! Ваня, тьфу-тьфу-тьфу, пока температуры нет. Ты зачем дырку рвешь еще сильнее? Да? Какая у тебя мордочка чумазая тоже. Ку-ку. Маська. А, Маська. У вас что кукла здесь валяется? Все заморали. Господи, вот смотрите. Опять надо стирать вашу куклу, да? Да, это они ее закапывали в песок. Всех кукол. Это у них уличная кукла, и они ее закапывают в песок. Да. Ну, понятно. Ладно, рябина у нас цвести уже начинает, потом ягодки еще буду для шиншилл собирать. Это такая простая рябина. Я буду ее собирать. Илья почти уже раму сделал мне. Видите, как уже. Ты уже надела на гвоздики, да, так удобнее стало? А с той стороны посильнее на гвоздик надо одеть, сейчас там у тебя слетит. И прям на голову упадет. Илья, смотри, вот там она у тебя на железном, поэтому она слетает. Туда чуть-чуть, двинь раму. Вот. И так она у тебя слетать не будет. Она скользит, потому что по железяке. Все-все-все, не надо. Все, ты уже низ начал прибивать? Ну, а потом выровняем гвозди, да, с тобой? Можно будет по первому-второму гвоздю нитку натянуть и по нитке выравнивать. Ну ладно, пускай делать не будем, отвлекать его. Че он там? Ноет. Так он не хочет ни сидеть, ничего. Он все на руках только сидит. У меня уже руки устали. Теперь ты немножко понянчишься. Я уже устал. Ты уже устал, бедненький ты. А мама... Ну, Егор, ну прекращай ходить. Смотрите, что он делает. Да иди ты, Ваня. Забирайте, Ваня. Так, ты там не упади. Там камни везде, не дай бог. О, дом уронила, Марина! Вставай! Я уйди! Уйди, я поправлю. Так некрасиво. Этот паровозик уже такой старый, да, Егорка? Ты еще маленький был, мы его покупали ведь. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Покупали, когда Света вроде маленькая была. Ты маленький был, мы тебе его брали. Нет. Да. Нет. Свете мы домик брали, а тебе вот этот паровозик брали. А у нее домик был, помнишь? Принцессы домик был. А домик тот порвали, а паровозик вот единственный остался. А. Оксана, ты почему Марину не пускаешь? Что ты сказал? Ванька, забегите.
Ваньку забрать. Смотри, какой вредный. Не хочешь с Ваней сидеть вообще никак. У меня ноги сиську с вами. Мася. А, Мася. Маська лохматая, тебя надо помыть, постричь. Мама, да ты чё, ну нифига себе. Да, Маська? Ну, девочки, привет, санаторий, мы тебя помоем, постригем. А пока мне не до тебя. А потом она пойдет в садик. В садик Мася пойдет? Да? Ну, когда вы выздоровете, тогда и пойдет в садик. Но я не болею. Да как же ты не болеешь? У тебя, если полдня температуры нет, не бери руки грязные в рот. И ты уже все не болеешь, что ли? Болеешь еще. Еще неизвестно. А? А надо тогда как-то закрепить ее, Илья. Я ж потом, когда буду делать, она тоже будет съезжать. Мама, я здесь сесть пытаюсь. Ну, сначала делай, а потом придумаем что-нибудь. Можно будет потом, знаешь, как Илья ее закрепить? Смотри. Сверху гвоздь вбить. Не... А, у нас такого длинного гвоздя нету, да, чтобы... Короче, гвоздь бить, загнуть его и вот так вот прижать. А у папы где-то были такие длинные гвозди. На, потом будет посмотреть. А я сейчас посмотрю, хорошо? Ты делай пока. Ну-ну-ну, подожди, мама пойдет гвоздь искать. Ладно, пошла, ребята, гвоздь искать. Нифига. Не, он ржавый, надо нормальный гвоздь. Что ты мне ржавый даешь? Ты найди это... Да, у папы тут целые запасы. Такой? Ну не ржавый, мне ржавый не надо. Вот такой? Да, только длинный. И не гнутый, ровный. Нет, вот такие. А где-то у него еще были гвозди, помимо этого. Только... Этот... А, тут проволока. Ну ладно, ищи давай. А ты-то куда пошел, смотрите. Оксана, нельзя драться. Ладно, будем искать. Ну, почти. Только ровный на. Ты все показываешь кривые, какие-то косые, кривые. Ладно, будем искать. У Ванечки тяжело, да, у Ванечки температурка. Да, температурка у Ванечки. Вот такие вот дела. Сидим, маемся. Опять мне сегодня, да, Егор, бессонные ночи ожидают. Я говорю, сегодня опять бессонные ночи ожидают. Опять у нас температура. Да, сын? И не может ничего, стонет мальчик маленький мой. Но мы прорвемся.